Друзья, всем добрый день, всем добрый час из Турции, из Алании. Всем добрый день, дорогие друзья, добрый день. Как будет по-русски? Как будет по-турецки? Игюннер. Игюннер, всем игюннер, друзья. Так что сегодня у нас с вами будет очень интересное, хорошее, самое главное, очень доступная одна квартира будет с вами. И, конечно, мы с вами находимся самая теплая точка в Турции, которая где растет 187 видов овощей, фруктов. Город Аланья, дорогие друзья, район Махмутлар, самый быстро развивающий район, где живут русскоязычные люди, дорогие друзья. Действительно, очень хорошая погода. Я не знаю, мы зима живем или не живем. Здесь зима практически нету. Вот на улице стоим, солнце, море, свежий воздух, экология очень чистая. Еще что нужно, друзья, для комфортного жизни. Правда, в самом деле, друзья, жить это очень хорошо. Но в Турции жить еще лучше. Поэтому я вас всем приглашаю к нам в Турцию. Неважно, в каком городе. Конечно, это важно. Хочется, чтобы здесь либо в Алане, либо в Мерсине на юге жили. Но в Турции жить очень лучше, дорогие друзья, очень хорошо. Здесь условия хорошо, здесь сервис проще, чем другие страны. Поэтому я горжусь своим странам, как турок, дорогие друзья. Сколько лет я буду жить и всегда буду хвалить свои страны. Я очень люблю Турцию, дорогие друзья, потому что есть у меня чем сравнивать. Я жил в других странах. Действительно, Турция это семейная страна, Турция – это уникальная страна, Турция – это демократическая страна, дорогие друзья. Если вы хотите своей жизни менять хорошую сторону, обязательно приезжайте и живите в Турции. Наша дверь всем открыта. Так что сегодня мы с вами будем поделиться вот такой комплекс. Внизу есть парковочное место. Покажи, пожалуйста, оператор. Вот парковочное место есть, бассейн есть, детский бассейн есть. Здесь это чистый турецкий дом, дорогие друзья. Чистый турецкий дом. Даже на улице есть дом для кошки или собаки. По-моему, кошка. Для кошки тоже дом есть. Здесь очень хорошо зеленая территория. Старый турецкий дом и самый главный, очень хорошо доступная цена, дорогие друзья, 39 тысяч евро, 2 плюс 1, 115 квадратный метр между второй и третьей линия, тихо, спокойно, место, дорогие друзья. Так что, если есть у вас маленький бюджет, вот сегодня с вами будет одна шикарная, интересная квартира. Давайте теперь поднимаемся и посмотрим, какая планировка нас ждет. Келебек. Сен билиосун по-русски не демек? Нет. Келебек. Как будет по-русски, я не знаю. Келебек. Можно по-близки снимать? Яклаш бираз. Яклаш. Келебек. Как будет по-русски, я не знаю. Как лапочка или как бабочка какой-то. Короче, келебек по-турецки, вот это по-русски я не знаю. Если кто-то поможет мне, буду рад. Дорогие друзья, теперь мы с вами поднимали на третьем этаже 115 квадратный метр, 2 плюс 1. Наш сегодняшний экономный вариант, наш сегодняшнее предложение с вами будет скоро, дорогие друзья. Действительно, 2 плюс 1. 39 тысяч евро, такое предложение, я думаю, что нет сейчас в данный момент в городе Аланья, район Махмутлар, но от моря недалеко, от городской инфраструктуры недалеко, все близко, все близко. Каждый вторник здесь рядом базар, например, море буквально 400 метров недалеко, дорогие друзья. Как видите, она так продается, половина мебели есть, половина нет, но очень хорошо. Старый турецкий дом, но с ремонтом продается 39 тысяч евро, 2 плюс 1, 115 квадратный метр, даром, почти бесплатный, правда? Возле Средиземного моря такая квартира, я думаю, что в Алане нету. Если кому-то интересно, можете, конечно, ко мне индивидуально обращаться. Плюс 95-130-442-42-33. Пишите, звоните. Для более подробной информации даже мы для вас можем, если кто-то собирается онлайн купить, онлайн можем через WhatsApp вам отправить. Вот так продаются, дорогие друзья,
Вот это шкаф, кухонный шкаф, все чистый, уютно, можно по-белизски перезаклашь. Вот такой очень чистый, в самом деле. Просто вторично называем, она не старая, она не грязная, все чистый. Посмотрите, все чисто. Вот эта декорация, вот это все красиво, хорошо украшает вот эта квартира, в самом деле, друзья, в самом деле. Квартира очень хорошо, мебель. Генеште есть, да, шимде? Вот мебель, очень красивый, хороший, такой огромный мебель, много мебель, диваны раскладываются, это диван, турецкий диван, раскладывается в самом деле, друзья, красивый, хороший. Просто за 39 тысяч еще что нужно, правда, друзья? Иногда меня люди спрашивают, в Турции с ремонтом или без ремонта продаются, в Турции, к сожалению, продаются с ремонтом, дорогие друзья, потому что это очень комфортно, это для вашего удобства. Просто свой чемодан можете забрать, переезжать, можете жить. Очень удобно. Вот это огромное место с кухней, с залом вместе с залом. Очень хорошее. Еще вот такой декорация есть. Очень красивый, хороший в самом деле. Можем еще посмотреть балкон. Балкон. Давай, ты первый. Это первый. Вот такой квадратный большой балкон. В балконе есть еще такой застекленный балкон. Вот такой застекленный балкон. Внизу бассейн есть. Достаточно большой. Я вам сейчас открою. Как будто еще одна комната, дорогие друзья. В самом деле красиво, хорошо. Так что... И вид на гору, солнце, море. У нас сегодня до обеда была дождь, после обеда уже солнце. Вот такой для, как это, здесь можно шашлык пожарить, можно что-то поготовить. Она не декорация, она готовит, она работает в самом деле, друзья. И давайте еще другие комнаты тоже посмотрим. Спальные комнаты, 2 плюс 1, 115 квадратный метр, это уже перехожая. Вот это длинный коридор, здесь главный выход, вот это главный выход, здесь есть большой такой санузел. Конечно, это все, вот это все старый турецкий шкаф. Старый турецкий шкаф. Вот это все турецкий старый шкаф. Вот это все турецкий старый шкаф. Но мне нравится, почему-то не знаю. Вот здесь бойлер есть. По поводу горячей воды тоже у вас проблема. Нет, друзья. Бойлер достаточно большой. Насколько я знаю, что это бойлер. Правда? И давайте идем дальше. Еще... Одна комната здесь, сейчас наш оператор покажет вам, еще одна комната, вот только один диван есть здесь, я вам говорил, половина мебели есть, половина нету, но мебель не главный, правда, друзья, главное, что цена и месторасположение, очень хорошее месторасположение, 39 тысяч евро, попробуйте сейчас в Алане где-то найти, и здесь вот такой, заходи, и сразу поворачивай, покажи, кондиционер тоже есть, итак, вот такая квартира, дорогие друзья, наше сегодняшнее предложение. Действительно, 2 плюс 1, 115 квадратный метр. И продается в районе Махмутлар, между второй и третьей линия. Очень хорошее место расположения, тихо, спокойное место. От городской инфраструктуры недалеко, дорогие друзья. Очень хорошее место расположения. Мне нравится, если эта квартира была бы где-то далеко в горах, я не снимал бы, потому что... Как-то цена и месторасположение отлично. Хочется сразу вам донести это. В самом деле все красивее. Если вам интересно именно вот такая квартира, такая экономный вариант, хотите возле моря жить, мечтаете возле моря жить, вот, пожалуйста, очень хорошо. Альтернатив 2 плюс 1, 115 квадратный метр. И можно вот так. Вот так. И... 39 тысяч евро, еще раз повторяю, друзья, это срочная продажа. Я думаю, что вчера, что мы снимали, это уже продано, потому что это была срочная продажа. Это тоже срочная продажа. Посмотрим, кто здесь будет жить, кто здесь будет наслаждаться, дорогие друзья. Так что из Турции всем большой привет. С вами был Асым, компания Arba Toms. Если от меня какой-то помощь нужно будет, я всегда с вами на связи. Всем желаю счастья, удачи, берегите себя. Пока-пока.